Здравствуйте, я Василий Уткин, рядом со мной Василий Соловьев, и мы рады приветствовать вас на стадионе «Драгау» в Порту. Добрый вечер, Василий. Друзья, честное слово, хочется порадоваться, что мы становимся свидетелями таких матчей. Их трудно дождаться. Сейчас будут сбрасывать мяч. Маркисио, Банучи. Хорошая позиция для удара. Решительная игра в обороне. И вот он бьет. Вот такие эффектные удары на самом деле часто оказываются предсказуемыми. О, какой красивый гол! Игрок либо истинный профессионал, либо любимец Фортуны. Ну вот, и четверти часа не прошло. Посмотрите на этих футболистов. Они явно заряжены на борьбу. Ну и болельщики уже сходят с ума на трибунах. Им явно не все равно, кто же сегодня победит. Джакини. Касано. Пенальти. Арбитр без колебаний назначает 11-метровый удар. Это пенальти. Да, так и есть. Арбитр назначает 11-метровый. Посмотрите, как напряжен сейчас футболист. Он ведь обязан забить этот гол. Отлично. Они забили гол. И все-таки он забивает. Я уж думал, до утра станет бить. Безусловно, это самая красивая игровая ситуация за всю сегодняшнюю встречу. Какие точные и быстрые пасы. Такая атака просто должна была закончиться голом. Поехали дальше. Счет 1-0. И теперь вперед. Мне кажется, боковой сейчас помог принять правильное решение. Это определенно фол. Неплохо задумано. Длинно. Но вот если есть человек, который недаром выходит на поле в последних матчах, это капитан этой команды. Ну, прекрасный футболист. И сейчас явно находится на пике своих возможностей. Приятно смотреть на матчи с его участием. Слава богу, что он участвует практически во всех матчах. Потому что не просто старается идти вперед, старается забивать, но и организовывает игру, организовывает команду, поднимает ее на подвиги, можно сказать. И у нас штрафной. Отличный пас. Великолепно. Была опасная ситуация, но мяч ушел из штрафной. Близится перерыв. Да, нелегко понять, кто сегодня победит. Прекрасная игра в одно касание. Хорошая защита. Замечательная подача в развитии атаки. Перерыв. Если второй тайм будет таким же, как первый, какое великолепное зрелище ждет нас всех в этом матче. Во время перерыва тренеры наверняка постараются отвлечь игроков от воспоминаний об этом пенальти, таком спорном моменте из первого тайма. Будем настраиваться на второй. В первом тайме голов немного, счет 1-0. Из-за боковой бросать будут мяч. Знакомый прием. Убийство времени. Некоторые шарахаются от таких определений, но играют же за победу. Я думал, ошибется.
сочный дальний удар, возможно, гол. Какая техника у него хорошая. Надо как-то собраться, засучить рукава, попытаться, что ли, выйти из этой полосы неудач. Назрели изменения в атаке, потому что эффективности можно было бы и больше добиться. Мажо. Маркизио. Маркизио. Пирло. Балотелли. И атака на этом завершена. Балотелли. И вот он бьет. Ну что ж, и такое бывает. Вот как! Замечательный удар, опасный. Мне нравится. А что, вот те перестановки в атаке. Я, честно говоря, был настроен больше скептически, но заработало же. Вот придумщик. Балотелли. Мажо. Балотелли. Но этот парень оказывается с неплохим пасом. Надо бить. Удар. О, да, мяч в ворота. Отлично. Они забили гол. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Отвратительно сыграно в защите. И, естественно, при таком уровне игры ошибка оборачивается голом. Этот гол делает преимущество команды уверенным. 2-0 счет. Какой-то неторопливый игрочок. Мажо. Какой шанс? Ну же! Это гол! Сегодня звезды сложились в нашу пользу. В нашу зрительскую пользу и в нашу комментаторскую тоже. Я думаю, этот гол не последний. Превосходный гол. А какой пас голевой был отдан? Ну, пока мы смотрим повтор, команды уже возвращаются на центр поля. И главное, за этим повтором не пропустить следующий гол, красавец. Не хуже этого. Это уже похоже на разгром. 3-0. Арбитр сигналит об окончании матча. Если исходить из того, что самое красивое в футболе счет на табло...